Семигранная снежинка – новый бренд нашего городского округа, объединяет территории и сердца северян, искренне любящих свою родину. Юные воспитанники детского сада в Харпе познакомились с нашим общим символом и презентовали свои дизайнерские решения, пока, правда, друг другу. На занятии побывала Виктория Головко. Ей слово. Изучать историю родного края в Жемчужинке начинают с малых лет. Ребят знакомят с культурой народов Севера, рассказывают о ресурсах Ямала и о важных событиях в жизни поселка. Семигранная снежинка символизирует объединение Лабытнанги и Харпа в один городской округ. Многозначный бренд таит в себе духовное и природное единство территорий. Из видеоролика ребята узнали, как выглядят и что означают элементы уникальной снежинки. Олень, кристалл. А еще что? Круг бесконечности. Понравилась река, самоцветы и ханты. Наша снежинка – наш враг. И действительно, в новом символе зашифрована еще и многолетняя дружба добрых соседей. Закрепить информацию на практике – важное правило в работе с детьми. Собирали и украшали зеленую снежинку все вместе, одновременно развивая внимание, память и творческие способности. Мы продолжаем программу нравственно-патриотического воспитания с детьми. И сегодня мы познакомились с брендом города Лабытнанги. Важно, чтобы ребята знали символы своего края, которые зашифрованы в снежинке. Лабытнанги, семь лиственниц и Харп Северное сияние вновь вместе. У нас одна история, общий путь развития и свой особенный символ. Рожденная в холода, снежинка согреет душевным теплом каждого жителя и гостя нашего городского округа. Приглашаем гостей! Виктория Головко, Владимир Николаев, время местное, поселок Харп.